Еще одна печальная новость. Ушел из жизни известный композитор Владимир Шаинский. Ему было 92. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился здесь же, в музыкальной школе десятилетки. Потом началась война, семью эвакуировали в Ташкент. Будущий композитор продолжил обучение в местной консерватории. Тогда и начал писать музыку. В первую очередь музыкант прославился детскими песнями из советских мультфильмов, таких как «Чебурашка и крокодил Гена», «Приключения Незнайки» и «Веселая карусель».